Я хочу поздравить всех ветеранов, всех детей войны, всех, кто вообще помнит войну. И вспомнить своего дедушку Сидоренко Николая Евдокимовича. Он был ранен в начале войны, попал в плен. Сначала в госпиталь, потом в плен под Кенигсбергом был. И он каждый год на 9 мая собирал нас, рассказывал. И это было очень таким дорогим моментом в жизни. Вот. А песни я хочу спеть времен войны. Поэт Алексей Сурков был на фронте военным корреспондентом и послал своей жене в стихотворной форме такое письмо. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Ой, гармоника вьюги назло, заплутавшее счастье, зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Не в холодной землянке